Руководитель фонда «Региональный оператор» Борис Герасимов также заявил, отныне объем работ по капитальному ремонту для домов будет подбираться таким образом, чтобы у подрядчиков не возникало потребности привлекать к работам субподрядчиков. Отбор же подрядных организаций будет проводить конкурсная комиссия, в которой обязательно должны быть представители муниципального надзора и регионального оператора. Но это еще не все. В конкурсной комиссии обязательно должны участвовать минимум два собственника помещений.